Доброе утро! На календаре пятница, 2 декабря 2016 года. Цифра дня по нумерологии 14, а цвет дня, усиливающий вибрации этого дня, хорошо использовать в голубых и небесных оттенках. Это день милосердия и благотворительности. Будьте более рациональны в принятии решений. День, когда вашей энергии хватит на то, чтобы переделать большое количество дел одновременно. При этом очень важно избегать мнительности и не поддаваться пессимизму. В отношении здоровья берегите сердце и следите за давлением. Покупки для многих сегодня могут быть удачными, поэтому сегодня именно тот день, когда стоит задуматься о подарочках своим близким, родным и знакомым. Постарайтесь не принимать происходящее чересчур близко и эмоционально к сердцу, поскольку есть вероятность разочарования и пустых обид. Вечер хорошо завершить компанией с близкими друзьями и с любимыми людьми, но при этом очень важно себя ограничить в алкоголе. Удачного вам дня и хороших ярких выходных!